All right, I will have Gazelle read all of Revelation chapter 15. The whole chapter. Yeah. Итак, следующий наш фрагмент, Откровение, 15 глава, с 1 по 8 стихи. Прочитаем. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его – стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Велики и чудны дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои. И после сего я взглянул, и вот отверся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую, светлую, льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв семи ангелов. Thank you. This is one of those chapters in Revelation that's kind of a transition chapter. Это одна из глав книги Откровений, которую можно назвать переходной главой. There isn't a lot of action going on, but there is explanation. Здесь мы не видим, что происходит много действий. Мы здесь больше находим объяснение. Right in verse 1 here, we get a time statement by the writer. В первом стихе мы с вами видим указание на время. Автор показывает нам какое-то время. He's in heaven, but the time is at the end. Он увидел это все на небе, однако говорит о том, что время подходит к концу. See, these are the seven last plagues. Здесь говорится, что это семь последних язв. And they are the last plagues because with them God's wrath is completed. А почему они называются последними? Потому что вместе с семью последними язвами оканчивается ярость Божия. So this is one of the real strong chronological statements in the book of Revelation. Поэтому вот этот стих мы можем отнести к хронологическому утверждению в книге Откровений. We have seen that as the revelation is unfolded, sometimes time jumps backwards. А мы с вами уже говорили о том, что каждый раз, когда открывается какое-то новое откровение, иногда бывают такие случаи, что время как бы уходит назад, то есть мы возвращаемся в прошлое. The record will go backwards to fill in details or talk about certain people. И когда автор, записывающий все эти слова, возвращается в прошлое для того, чтобы дополнить деталями ту информацию, которая была предоставлена раньше. But in this passage, it's clear that the wrath of God is at its end. Но в данном фрагменте мы с вами ясно и очевидно видим, что ярость Божия или гнев Божий подходит к концу. And in the context of that ending of wrath, I want you to look at verse 2. И вот в контексте того, что оканчивается ярость Божия, я хотел бы, чтобы вы взглянули на второй стих. There is a sea of glass mixed with fire. Здесь он видит море, как бы стеклянное, смешанное с огнем. And standing behind that sea of glass are those who have been victorious over the beast and his image and over the number of his name. И на этом стеклянном море стоят те, кто одержал победу над зверем, над образом его, начертанием его и числом имени его. Now in the context of the time that has been established in verse 1, this is very significant. Этот стих очень важен в том контексте, в каком он находится. А он находится в контексте указания на время окончания ярости Божией. Every believer who had been on earth is now in heaven. Теперь мы видим, что каждый верующий, который был когда-либо на земле, сейчас находится на небе, на небесах. It is a past tense verb. They had been victorious. Здесь снова мы видим в данном случае причастие у нас победившие, которые относятся к прошлому времени. В английском это глагол в прошлом времени. And they had been victorious very specifically
over the mark of the beast and the number of his name. И они не просто одержали какую-то абстрактную победу. Здесь говорится конкретно о том, что они победили зверя, образ его и начертание его. So they are now, the saints are now safe in God's presence. Значит, мы можем сказать, что в данном фрагменте святые находятся в Божьем присутствии, в полной безопасности. But they have been used by God to reveal the unrighteousness of Satan. Однако злодеяния сатаны по отношению к Божьим детям были раскрыты с их помощью. God has left them on the earth to preach the gospel of Jesus Christ. Бог оставил их на земле для того, чтобы они продолжали проповедовать Евангелие Иисуса Христа. And Satan has responded by telling lies and persecuting those very people. А сатана отреагировал на это тем, что продолжал обольщать людей, говоря ложь, и преследовал Божьих детей. And so God is completely right and holy now to pour out His wrath on the earth. Бог совершенно прав и свят в том, что изливает свою ярость, свой гнев на землю. And then this is very important for us to be reminded of what wrath is. А для нас очень важно вспомнить, что же такое гнев. Wrath is the natural response of the righteousness of God to the unrighteousness of Satan and his followers. Гнев — это естественная реакция Бога на злодеяние или на неправедность, нечестие сатаны и его последователей. Гнев — это естественная реакция Бога на злодеяние сатаны и его последователей. God goes to great lengths in the book of Revelation to point out how completely righteous He is in His pouring out of wrath. Бог делает все возможное для того, чтобы всеми средствами показать людям, насколько Он праведен, и то, что по праведности своей Ему приходится изливать свою ярость, свой гнев на людей. And that's the purpose of this little song here that is found in verse 3 and 4. И в этом мы можем найти смысл той песни, которая записана в 3 и в 4 стихе. You alone are holy, it says in verse 4. А в 4 стихе говорят: «Ибо ты един свят». All nations will come and worship before you. Все народы придут и поклонятся пред тобою. Not one person will be able to stand in the back and say, you've been unfair. А ни один человек не будет стоять в заднем ряду на небесах, да, и ворчать несправедливо, несправедливо. Every nation will bow. Все народы поклонятся. Every person. Каждый человек. So, now, in light of this perfect holiness and righteousness of God, he is going to pour out the bowls that hold the wrath of God. То есть, прежде всего, мы с вами увидели то, что Бог совершенный, праведный и святой. И в контексте вот этой праведности и святости Он начинает изливать из золотых чаш свою ярость. And out of the now open temple in verse 6 comes seven angels with the seven plagues. О том, как это происходит, мы читаем в 6 стихе, где говорится о том, что из храма вышли семь ангелов, у которых было семь язв. And one of the four living creatures gave to the seven angels seven golden bowls filled with the wrath of God in verse 7. А в 7 стихе мы читаем, что одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога. Now these are specific kind of bowls. То есть это конкретные чаши, для имеющие определенное значение. Sometimes we think of a bowl more like a pitcher, something for carrying something. А иногда люди представляют себе чашу в виде такого сосуда, в котором можно что-то носить, как кувшин, например. Or maybe for storing something. А или представляют себе чашу, в которой можно что-то хранить. But these bowls are not for holding, but for pouring. А но вот эти чаши предназначены не для хранения, но для разливания. They are a particular kind of bowl that is shallow and wide. То есть это такие чаши, которые были мелкими и широкими. The way I look at the book of Revelation, it would not surprise me that these bowls are full of blood. А и совершенно не удивляет нас, наверное, уже к данному моменту, когда мы столько уже прочитали из книги Откровения, что чаши эти наполнены, they are filled with blood. Они наполнены кровью. The blood of the saints. Кровью святых. That has been kept by God because it is precious to Him.
И вот эта кровь святых хранилась у Бога, потому что она драгоценна для Него. And now these bowls are going to be poured out, completely emptied onto the earth. И вот эти содержимое этих чаш будет изливаться на землю, пока ничего не останется в чашах. And these, so these seven plagues that are about to fall are motivated by the seven bowls of God's wrath. И речь здесь идет о семи язвах, которые вызваны семью чашами Божьего гнева. Well, it's very important, this theme of the blood of the saints and as motivation for the wrath of God. И мы снова сталкиваемся с вами с вот этой темой о том, что кровь святых стала побуждающей силой или мотивацией для Божьего гнева. I want you to notice also in verse 8 that the temple that the temple is filled with smoke and no one is in the temple but God. Обратите внимание в 8 стихе, и наполнился храм дымом, и никто не мог войти в храм в это время, то есть он был пуст. Кроме Бога там никого не было. The tabernacle or the temple was the dwelling is the dwelling place of God. Скиния, или здесь написано храм, да? Храм скинии – это место обитания Бога. ТВ-семинарии – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. And so this little chapter here, this chapter 15, is the beginning of the end for the world. И вот 15 глава – это начало конца последних дней, которых будут в этом мире. God has completely satisfied His own righteousness. А Бог, как обычно, удовлетворяет требованиям своей праведности. He has met His own expectations. А Бог удовлетворяет свои ожидания. And he is in the temple alone in verse 8, I believe, because he is taking full responsibility for what is about to happen. И в 8 стихе мы с вами видим, что Бог остался один в храме, и лично я считаю, что это сделано было для того, чтобы показать, что он берет на себя полную ответственность за то, что должно произойти. There is no one in the temple with him telling him that what he is doing is right. Нет никого в храме, кто бы мог ему сказать, что да, правильно ты поступаешь. He is not sharing the responsibility with other people. Он не пытается разделить ответственность с другими людьми. He is alone in the temple, and he will be so until the seven plagues are completed. Он остается один в храме, доколе не окончится семь язв. Семи ангелов. You get this picture? Вы образ этот уловили, что происходит в 15 главе? There is the Almighty, perfectly righteous and holy God standing by himself. Всемогущий, совершенно праведный и святой Бог остался один. And he has completely satisfied his own character. И он удовлетворил все требования собственного характера. He is satisfied with His offering of grace. Он удовлетворен тем, как он предлагал благодать. He is satisfied with the offering of his son Jesus Christ for the sins of the world. Он удовлетворен тем, что он предложил Иисуса Христа в качестве жертвы за грехи всех людей. He is satisfied that his children have been very faithful to share the gospel with people who needed to hear it. А он удовлетворен тем, что его дети, верующие люди, продолжали делиться Евангелием с теми людьми, которые нуждались в этом. And he is satisfied that he has warned people over and over again about the consequences of taking the mark of the beast and aligning themselves with Satan. И он удовлетворен тем, что достаточно долгое время он предупреждал людей о том, какие последствия ожидают тех, кто примет начертание зверя и будет поклоняться ему. What else can he do? Что ему еще осталось сделать? He has shown the people over time. He has started with some milder judgments and gotten more and more intense. Он уже показывал все это на протяжении многого времени. Начинал он с не таких страшных судов, а потом суды ужесточались и становились все хуже и хуже. So this picture of God.
is God's wrath is absolutely righteous. Мы с вами можем сделать вывод, что Божий гнев абсолютно праведен, абсолютно справедлив. The angels that bring his plagues in verse 6 were clean, shining linen and golden sashes around their chests. В шестом стихе мы с вами видим, что ангелы, которые должны были излить эту язву, были облачены в чистую светлую льняную одежду. That is an image of righteousness throughout Revelation. На протяжении всей книги Откровения мы говорили с вами, что такая одежда символизирует праведность. The temple is filled in verse 8 with the smoke from the glory of God and from his power. В восьмом стихе мы с вами читаем, что храм наполнился дымом от славы Божией и от силы его. This is God revealed in the wonderful perfection of his character. Другими словами, Бог является здесь в совершенстве своего характера. These wonderful songs sung by the people who have been rescued from the earth. В этом фрагменте мы также с вами видим замечательную песнь, которую даже песни, которую поют те, кто были избавлены от смерти. Agree that God's holiness is perfect. Они также согласны с тем, что Божья святость совершенна. And then finally the admission there in verse 4 that all nations will worship before you. А в четвертом стихе мы с вами видим признание того, что все народы поклонятся Богу. So here in verse 15 is a necessary apologetic for the wrath to come. Можно сказать, что 15 глава это апологетика, которая была необходима для того, чтобы объяснить грядущий гнев, оправдать, может быть, грядущий гнев. The wrath of these seven bowls is terrible. Потому что ярость, которая хранится в вот этих чашах, это нечто ужасное. It's agonizing and torturous. Это приведет к большим мучениям. And yet it comes from the righteous hand of God. Однако мы знаем, что вот эти вот мучения, эти суды, они исходят от праведной Божьей руки. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.